Приветствуем вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром мы бы хотели попросить вас подписаться на канал и поставить лайк, чтобы не пропускать ежедневные новости на нашем канале. А мы переходим. В семью певицы Славы пришло горе. У артистки умерла мать. Звезда тяжело переносит уход родного человека. Сейчас она старается редко выходить из дома, потому что все время плачет. Исполнительница написала в своем инстаграм-аккаунте, что родительница умерла месяц назад. Но и певице Славе, и ее сестре до сих пор очень плохо. Артистка отметила, что на людях более-менее держится. Она добавила, что ее мама была очень веселым, позитивным и добрым человеком. Знаменитость отметила, что ее мать имела крепкое здоровье. Певица Слава также поведала, что 5 лет назад трагически умер ее отец. В мужчину врезались пьяные молодые лихачи на машине. Морально поддерживает артистку муж, дочери и сестра. Поклонники тоже посочувствовали звезде. Многие рассказали, что тоже потеряли родителей и понимают несчастье, с которым столкнулась певица Слава. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. И свежие новости каждый день вы будете видеть первыми. Спасибо за просмотр.